Всероссийские соревнования по спортивной аэробике в 8-й раз прошли в Омске и собрали 300 спортсменов из 10 регионов страны. Упорная борьба между представителями разных регионов велась в 4 видах программы – индивидуальных выступлениях, парных, тройках и групповых. Мы приготовили хорошую программу и исполним ее с удовольствием. Ну, расскажи о своей команде, что нужно для того, чтобы вот найти общий язык, чтобы все получалось? Да нужно в основном общаться просто. Мы с ними не только в команде, мы с ними друзья. Как бы общаемся, гуляем, играем. Как все хорошо получается. Что ты любишь в аэробике вот больше всего? Мне нравится то, что тут можно танцевать. И как выхлёстывать свои эмоции. Здесь даже эта артистичность, это все очень даже интересно. Для мячей домашние старты сложились довольно успешно. Наши спортсмены во всех 3 возрастных категориях завоевали 35 наград. Одними из лучших стали Ирина Добрягина и Алексей Журавлев. Вместе они выступают не так давно. Зато у каждого за плечами по 16-17 лет упорных тренировок и немало побед на международных стартах. Меня привлекает разнообразность этого вида спорта. То, что задействованы все группы мышц, очень интересно. Можно в нем развиваться долго-долго. Мы регулярно выезжаем на чемпионаты мира, Европы, на всемирные игры. Лично я в командных, конкретно в аэростепе, победителей чемпионата Европы и мира, и всемирных игр. С Алексеем давно выступаете, и как успешно для вас эта пара? Нет, это одни из наших первых соревнований, мы только начали. Вот, и надеемся, что все будет отлично, что эта пара будет приводить нас к призам, к победам и к сборной России. Омская область всегда делает ставку на спортсменов юниорского возраста и взрослого особенно. И хочу сказать, что на наших соревнованиях принимают участие наши члены сборной команды Омской области и России. Ребята, которые в этом году завоевали золотые медали на чемпионате мира. На базе омского велотрека соревнования по аэробике проводятся уже во 2-й раз. И хозяева, и гости высоко оценили организацию турнира в целом и соревновательную площадку в частности. Для людей, которые приезжают нам в гости, ну, наверное, они оценивают те условия, которые мы создаем для того, чтобы соревнования прошли хорошо, красиво, качественно. И вот сейчас уже я разговаривал и с Мариной Петровной Тружковой, президентом Федерации областной аэробики спортивной. Она говорит о том, что все отмечают, что здесь вот велотреки, да, мы 2-е мероприятие по аэробике проводим, Кубок России уже проводили, и сейчас вот 1-й раз проводим всероссийский турнир. И все отмечают, что здесь очень хорошо, здесь очень много пространства свободного, то есть такая атмосфера очень своеобразная, но позволяющая как бы виду спорта этому более ярко выглядеть. Для многих спортсменок соревнования в Омске стали не только завершающими в сезоне, но и последней ступенькой перед переходом в новые возрастные категории. Уже через 2 месяца для них начнется более взрослая спортивная жизнь.